Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Действительно, мужчины привыкли экономить на себе. Нам с детства вбивали в голову, что женщина любит наряжаться, а поэтому у нее должно быть много красивых вещей. А у мужчины должен быть один костюм на все случаи жизни, в котором его в итоге и похоронят. У любой женщины гораздо больше обуви и вещей, чем у мужчины, с которым она живет. А если к этому еще добавить косметику, ювелирку и салоны красоты, то окажется, что женщина тратит на себя в десятки, а то и в сотни раз больше, чем мужчина. Причем деньги, которые женщина тратит на себя, как правило, зарабатывает мужчина. Сейчас люди, конечно, стали одеваться более практично, но еще недавно типичная семья выглядела так. Муж в стареньком пуховичке, который ему купили 10 лет назад, и в стоптанных ботинках. А жена в норковой шубе, итальянских сапогах, вся обвешана золотом и нередко бриллиантами. Действительно, мужчине не нужно столько барахла, сколько покупает себе женщина, но и в крайний аскетизм ударяться тоже не стоит. Покупайте себе продукты, одежду, обувь и вещи, которые вам необходимы для комфортной жизни. Ну и естественно, баловать себя какими-то бесполезными безделушками, которые тем не менее вам нравятся, тоже обязательно надо. А изменить свое отношение к покупкам для себя на самом деле очень просто, и как это сделать, я сейчас объясню.